Что готовлю из курицы я? Первым делом необходимо отделить копчик. Ну а потом, конечно, можете ее поджарить, но я поступаю иначе. Я разделываю курицу на части, отделяю крылышки, ляжки и все это оставляю на поджарку. А вот грудку и тушку тоже разделываю. Тушка у меня идет на первое блюдо, а вот грудка идет на отбивные. Но в этот раз я решила сделать не только отбивные, но также и рулетик. И посмотрите, какой же он вкусный получается. Для отбивных грудку нарезаем тонкими пластиками и хорошенечко отбиваем молоточком. Обратите внимание, я удаляю легкие из грудной клетки. Это важно сделать. Вторая часть грудинки идет на рулетик. Необходимо разрезать на тонкий пласт пополам и хорошенечко отбить молотком. Оставим на время. Пора готовить супчик. Отправляю косточки с мясом в кастрюлю, довожу до кипения, сливаю первую воду, а затем добавляю вот эти ингредиенты: картошка, лапша, лук, и у меня получился вкусный супчик. Добавила сметану. Ну, а теперь отбивные. Я всегда их делаю в кляре, обмакиваю вначале в муке, а потом в яйце. Вкусняшка готова. Из лука, картошки и морковки готовлю фарш, на терке натираю, добавляю специи, эти же специи добавляю и на пласт, заворачиваю мясо и плотной ниткой обматываю рулетик. Теперь осталось только поджарить. Вот он, рулетик готов. И можно его, конечно, есть в горячем виде, но тогда он разваливается. А вот если его в холодном виде разрезать, ох, и вкусняшка же получается. И все это из одной курицы, а крылышки и ляжки пригодятся для других блюд. Пишите в комментариях.